на канале ТВЦ состоится повторный показ четырехсерийной детективной мелодрамы «Селфи с судьбой», выход которой ожидается 18 августа. Фильм снят по мотивам одноименного романа Татьяны Устиновой. У профессора физико-математических наук Ильи Субботина странное хобби, он разгадывает преступления. В этот раз ему придется разбираться в убийстве почтенной дамы, которую задушили в сувенирном магазинчике маленького села. Дело вроде бы закрыто. Преступник, местный пьянчушка, задержан по горячим следам, но Илья в это не верит и стремится установить истину. В местном доме отдыха вокруг него собирается любопытная компания, экстравагантная поэтесса, что-то скрывающая женщина-экскурсовод, чудаковатый парень, немолодой джентльмен, парочка, не вылезающая из интернета, печальная красотка и известный кинорежиссер. Кто-то из них убийца, но кто? Главные роли в сериале исполнят Антон Хабаров, Анастасия Лошакова, Алексей Митин, Екатерина Решетникова и другие. Повтор четырехсерийной детективной мелодрамы «Селфи с судьбой» состоится 18 августа на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.